Уважаемые друзья рыбаки, всем крепкого здоровья. Сегодня идем с безмотылкой за сорожкой. Вот еще один. О, это покрупнее. Хороший. Схватнул как. Вот отцепился. Красавчик. Ох, я еще даже лунку не кормил. Вон что, клюют нормальные барбосы. Толково. Поклевки такие прям аж в руку. Жесть. Аж заглатывает, капец. Че вы делаете-то, ребята? Аж заглатывает. Все, раздача кончилась. Ух ты, ух ты, это клюнул, вот это окунь, вот это шара, смотрите какой классный клюнул. Жестко как. Ну. Класс. Ага. Есть. Кто-то есть. О, окунёк какой красивый. Приклянулся. Зачат.
побежала. Туда. Глубокая, покотанная щукой. В общем, ребят, рыбка начинает расклевываться. Ну вот, где-то у меня тут десятка, наверное, полтора сорожек. Одна хорошая убежала. Надо подзаправиться и продолжать рыбачить. Ведерко, кстати, классное. Купил в магазине постоянных распродаж. Сейчас на рыбалке использую его как стол. Вот. Ну и плюсом ко всему, рыбу, которую поймаю, не в пакете домой везу, а в ведерке. Большое количество поклевок, но слабая реализация. Поэтому я думаю, что вот этот вот гвоздик с неоновым шариком, так называемый ядреный глаз, я поменяю сейчас все-таки на классику, но в меньшем размере. Поставлю сейчас вот такой вот маленький гвоздик с латунным шариком и попробую на него. Ну все, плотва, готовься вздрагивать. О, жесткая какая сила. Ну какая, пойдет колбаса мощная. На маленький гвоздик с латунным шариком почему-то количество поклевок стало меньше. Конечно, процент реализации выше, но количество поклевок меньше. И рыбачить как-то уже, ну, не так интересно, что ли, становится. Поэтому сейчас, наверное, снова поставлю ядреный глаз и буду продолжать рыбалить. Хорошая взяла.
Ой. О, какая. Такая бы вся клевала. Эх ты! Нормальная была, блин. Коза. Самая лучшая за сегодня. Ой-ой-ой. Кто? Вот эта сорожка упала. О! Красноглазые. Ну что, друзья, время потихонечку близится к вечеру. Пришла пора мне ехать домой, к дочери, к жене. Значит, поймал я сегодня рыбки. Не сказать, что мало, не сказать, что много. Вот примерно столько. Я сегодня ловил в основном на ядреный глаз. То есть гвоздик с таким неоновым шариком сегодня показал себя с наилучшей стороны. К сожалению, рыбка пока что не весеннего размера. Надеюсь, что у нас водохранилище все-таки когда-нибудь настанет тот момент, когда сорожка из вот такой вот превратится в батоны грамм по 200. Но это, к сожалению, пока что только мечты. Ну а у меня на этом все. Увидимся с вами, ребят, в следующих видео.